Всех приветствую. Потестировал я уже Шунгит пару дней. Уже что-то интересное есть. Начнем рассказывать. Вот я включил постоянный ток. На 2 вольта я включил, да? На микровольты или милливольты, кому как там нравится. Ну, это вот нормально, обычно там в районе 15-20, да, скачет. Где-то примерно так. Опять же, как мы надавим, как возьмем. Так. Милливольты, да? Опять же, в какую руку возьмем, где плюс, где минус, вот так, да? Вот сейчас у меня уже, то есть я сегодня весь день дома не был. А утром замерил. Вчера замерил, вечером контакт был довольно длительный с шунгитом. Затем вечером замерил уже без шунгита. У меня было 160 микровольт. Сегодня утром встал, замерил по новой. Также и сохранилось 160 микровольт. Ушел. Целый день меня сегодня не было. Пришел, замерил. Ну, нормально в 20 микровольт, как обычно. Сделал я такое небольшое колечко. Медь и в середине маленький камушек шунгита. Вот я его поносил буквально минут 20. И уже у меня поднялось где-то, ну, было вот совсем недавно 50-60. Ну, вот сейчас до 80 доходит микровольт. Вот я его только в руки взял, видите, уже назад вернул, уже 20-80 микровольт. То есть от 20 до 160 изменения. Довольно многократно, да? Ну, теперь мы возьмем кусочек шунгита, и также вот с использованием шунгита я возьму его в руку, и тут уже все, надо на двоечку включить, потому что тут уже почти 1 вольт, почти 700 микровольт, вчера было даже больше 90, чуть ли не 1 вольт было. Вот так вот шунгит работает, да? Конечно, тут еще можно и поменять руки. Так, камушек я возьму все-таки в правую. Именно контакт с камнем. И мультиметр начинает глючить, я заметил. То есть вот сейчас я убираю, оно сохраняется на мультиметре. И это уже не первый раз я замечаю. Уже пару раз было. Вот сейчас беру все по новой. Ну вот где-то уже 200 микровольт, да? Ну-ка. 9, да, меняем руку, и все возвращается обратно. 40, там, 50. Берем опять шунгит. И сразу зашкаливать начинает. 200. Всегда по-разному. Самое интересное, мультиметр реагирует на это. Иногда он перестает сбрасывать. Надо переключать. Убираем. Вроде все сохранилось. Сейчас работает мультиметр. Вот он 30. Ну, такие небольшие наблюдения. Вот так меньше. На минус. То есть, если берешь неправильно, есть еще минус, есть плюс. Меняем. Вот в районе 40. Полярность, кстати, тоже меняется. Если шунгит берешь в руки, то может полярность сразу измениться. Вот она изменилась уже. Попробуем другую руку. Интересно. Убираем. В общем-то, не совсем, конечно, еще все понятно. Я вчера довольно долго тут игрался. В результате 160 у меня до утра сохранялось.
160 микровольт. Пока я не уехал там по делам, покатался, кое-что делал, что-то тут уже. Вот сейчас в правой руке у меня 3 камня. Сейчас попробую убрать их. Поменяем полярность. Опять на микро или мили, кому нравится как. Меняем. Ну вот как бы сейчас в данный момент вот так правильно, да? 20-30 это нормально. Ну вот поносил это колечко буквально 20-30 минут. 20-25, может, не знаю, не засекал. Было стабильно 50. Или 50-60, где-то вот так. Сейчас вот в районе 45-44. В общем, держится. Более-менее стабильно. Конечно, одевать кольцо я тоже пробовал. Ничего не меняет это, по-моему. Или не помню уже. Да, ничего не меняет. Все так же и остается. Беру в руку, сразу начинаю заряжаться. Вот, до 40 микровольт. И все, дальше ничего не происходит. Ну, хотя вроде. Или вроде заряжаюсь дальше. Конечно, это интересно. В общем-то, попробую я сегодня еще поиграться, подержать в руках какое-то время, замерить еще раз позже, что получится из этого. Тут опять же уже зашкаливает. Ну вот где-то 170 выровнялось. Ну, вот такие небольшие наблюдения по шунгиту. В общем, действительно тут взаимодействие вот именно. Ну, насколько я сравниваю вот это, вот то, что в руках я у себя наблюдаю, это не напоминает какой-то статическое электричество что-то, скорее всего, больше на это похоже. Вот взаимодействие вот этого шунгита с нашим телом, так как мы постоянно вырабатываем какие-то микровольты, то если мы в контакте с шунгитом, то эти микровольты серьезно поднимаются. Ну, возможно, может быть, вот так еще и подержать немного, в обеих руках попробовать. Возможно, тоже что-то изменится. Опять же, какое время, сколько держать. Ну, сейчас как-то вот ничего не изменилось. Те же самые. Заряд идет до 40 где-то обычно. Ну, в любом случае, это больше уже, чем 20 микровольт. Уже в два раза немножко вот небольшой контакт с шунгитами. Уже в два раза практически мое электрическое поле поднялось. Ну, конечно, вчера вечером это довольно я долго тут с ним контактировал. Это было уже заключение перед сном 160. Сегодня утром включил сразу, проверил. Те же самые 160 микровольт. Вот, если не шевелить, как бы подзаряжаюсь. Конечно, я знаю, даже я пробовал с металлом контакты, там с неодимовыми магнитами, то тоже электрическое поле поднимается.
просто даже тарелку взять. Ну вот так, если тарелка еще шунгитами наполнена. Ну вот 900 у меня сегодня не получается. Вчера, конечно, интересно было. Я прям обалдел. Почти 1 вольт был. Опять же, как я их взял, не помню. Если бы, конечно, я успел этот момент поймать. Ну, только что 600 проскакивало, уже 300. Ну так, в общем-то, поднимается. Ну, такие небольшие наблюдения. Кому интересно, можете сами попробовать поиграться. Причем у меня два мультиметра наподобие. Еще один есть, но немножко другой там. Включается он вот этим переключателем, поэтому я решил этот взять. На том я пробовал то же самое. Принцип тот же самый, те же самые микровольты, поэтому одинаково все показывают. Те даже старые там у меня был, и он тоже показывал. С металлом вообще тоже я пробовал, с металлической ложкой. Она была с нержавейки, ну скажем, не совсем хорошее качество нержавейка была, потому что магнит слегка прилипал. А максимум получалось у меня 850 микровольт. Но с металлом происходит дело в том, что в контакте с металлом после этого все возвращается идеально. Здесь я замечаю, что, допустим, вчера заметил, что мое электрическое поле сохраняется довольно долго. Причем всю ночь сохранялось, да? Ну, на этом, пожалуй, все. Кому интересно, пробуйте, смотрите сами. Там, конечно, это я просто так сделал. То, что было под рукой, есть. То, что я смотрел, все-таки надо сделать, думаю, с трубки попробовать. Потому что трубка, там тоже интересные наблюдения. У меня, кстати, есть маленькая трубка. Можно кольцо сделать, можно браслет большой сделать, попробовать и посмотреть, понаблюдать тоже за этим процессом. На этом, пожалуй, все. Всем удачи, счастья, здоровья. Пока.